Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим замечательное польское печенье мазурка. Готовим его очень быстро и легко. Готовим тесто. 2 яйца. Полстакана сахара. Немного взобьем. Сюда же добавляем чайную ложку цедры мандарина. У меня сушеная цедра. Добавляем разрыхлитель, муку. И все это хорошо перемешиваем. Осталось добавить стакан семечек и стакан изюма. По рецепту орешки, но семечки тоже хорошо. И теперь все очень хорошо смешаем. Ну а теперь наше интересное тесто выкладываем в форму. Форма может быть любой. На донышко я постелила пекарскую бумагу и все сюда отправляю. Вот так красиво разместилось. Теперь я отправляю в духовку 180 градусов на 15, может быть, 20 минут. Печенье готово. Вынимаем из формы и горячим разрезаем. Разрезаю на квадратики. По краям еще у нас будут ромбики. Но если вы будете выпекать в квадратной форме, то они у вас, естественно, будут все квадратные. Выкладываем в тарелку. Мы с вами получили очень вкусное и интересное печенье. Наслаждаемся. Всего вам доброго. Всем пока.